новой рубрике «Хочу сказать» мы спрашиваем у саровчан, как и где они будут отмечать Новый год. Пойдемте. Я думаю, наверное, хочу поехать. Я один, поэтому хочу куда-то поехать. Надо съездить будет, отдохнуть. Здесь особо-то в городе таких вот мероприятий я не ощущаю, потому что... А вот куда-нибудь под Арзамас, например, вот. Не знаю, наверное, с родителями дома сижусь. В горы. С кем поедешь? С мамой. А что там в горах интереснее? Ну да, мы ходим высоко в горы. И там залезаем на скалы. Дома с семьей. Расскажите, как вообще будете? Мы будем сначала вместе собирать елку, а потом соберем новогодний стол, позовем бабушку, дедушку, дядю, тетю и вместе соберемся за столом. Мы хотели дома с семьей. Дома с семьей. Что там? Там интереснее? Дома с семьей уютнее, как-то привычнее. Ну, может быть, куда-то потом выйдете в кафе? Сомневаюсь, мы все-таки заботимся о своем здоровье и будем сидеть дома, не нарушать обстановку. Нигде дома. Почему так? Пост, грех. Да дом, конечно. С семьей? Семье. Да, с семьей. Пожалуйста, ну расскажите, где и как будете Новый год встречать? Дома. Дома? А можно я с вами? Возьмите меня, пожалуйста. Я тоже буду Новый год встречать. Я буду себя хорошо вести. Не берет. Ну, пожалуйста. Ну, ладно, пойду кому-нибудь другому напрошусь. Дома. Где еще? Расскажите, подарки уже приготовили? Подарки? Сам как подарок. Дома, с семьей. Ой, вопрос сложный, конечно. Хотели с бабушками и дедушками, но из-за ковида как-то страшновато ехать, потому что у нас тут много народу болеет, а мало. Ой, какой Новый год? Конечно, дома. Никакого общества. Вот только дома. Да дома, где встречать буду, Господи? А с кем? Ну, все, в кругу семьи. Замечательно, с улыбкой. И чтобы треклятый коронавирус исчез у нас под Новый год. На самом деле, неважно, где и с кем вы будете его отмечать. Главное, 31 декабря написать на листе бумаги свое пожелание, сжечь его и бросить в бокал шампанского. Если желание не сбылось, то все вопросы к Деду Морозу. С вами была рубрика «Хочу сказать».